Привет, друзья! Да, напоминаю, что используем чат YouTube. Напишите, пожалуйста, давайте его проверим, как меня слышно, как видно. Прием, прием. Так. Есть, есть, вижу. Так, ребят, слышно, видно, все хорошо? Да, супер, вижу. Класс. Прекрасно. Так, давайте для начала немного познакомимся. Я расскажу о себе, потом немножко спрошу про вас. Меня зовут Артемий Медани. Я в QA, в IT уже около 6 лет. Большую часть из них в QA, большую часть из них на сложных проектах с большой составляющей физических устройств, мобильных устройств, терминалов, касс и так далее. То есть у меня был разный опыт работы и в больших компаниях, и в компаниях, и в маленьких, и в средних с разным бизнесом, и с логистикой связанной, и с игровой индустрией, и с финтехом, и другие проекты, которые там связаны с технологиями типа крипты. Потом последняя была у меня история тоже логистическая. Ну, в общем, у меня больше такая разноплановый опыт. Я старался получить максимально разный опыт, который только возможен. Дорос до руководителя отдела тестирования, до Head of QA, до руководителя тестирования и саппорта, технической поддержки. Работал также помимо российских компаний в зарубежных. Сейчас я нахожусь в Индонезии и работаю. У меня проект индонезийский, плюс я занимаюсь своим собственным проектом. Вот. В последний год я вырос, ну как вырос, не только в QA. Я работал еще проектом и продакт-менеджером в стартапе и дорос до технического директора, но тем не менее я всегда продолжал заниматься проектами по тестированию, так как, ну, это просто моя стезя, мне больше всего это интересно, поэтому у меня и свой проект есть, и я всегда держу руку на пульсе. Ну, примерно это в это время, пару лет назад, я начал также активно вести свой блог, активно рассказывать про QA, давать консультации. И с того времени у меня началась такая история менторская. Хотя вообще я с самого начала уже с первой, наверное, работы чувствовал такую историю к преподаванию, свою склонность и к организационной деятельности. Поэтому, ну, такой рост у меня был вертикально достаточно быстрый. Почему вообще есть смысл меня слушать, да? Почему я, то, что я говорю, это полезно и важно. Я прошел все этапы, по всей цепочке, не только ролей и позиций в IT и в QA с самого начала. То есть я работал вообще абсолютно в других областях раньше, не в IT. Вот. Но помимо этого, мне еще посчастливилось поработать во всех HR и позициях и рекрутинговых, то есть там я нанимал, сам хантил, сам оформлял, потому что в стартапе, например, не было вообще HR отдела, и я, получается, это все полностью сам этим занимался, и сейчас тоже продолжаю заниматься, то есть у меня большое количество за плечами опыта проведения собеседований, более сотни, я сам постоянно прохожу собеседования, продолжаю, чтобы не терять хватку, тысячи резюме проверяю, ну, они стопками постоянно, там, каждый день. Поэтому опыт у меня большой, плюс у меня еще ученики, которые в моей школе сейчас ходят, они тоже делятся фидбэком, и я, соответственно, знаю рынок, плюс у меня много тоже еще знакомых в разных позициях, которые в компаниях проводят аналитики, HR-аналитики и так далее, поэтому рынок я в целом очень хорошо сейчас чувствую. Что еще такого интересного рассказать? Книгу написал недавно, называется она «Осознанный путь. Путь из никуда» или «Осознанные изменения профессии». Может, ты читал даже уже. Ну и сейчас у меня своя школа тестирования. Вот ребята недавно выпустились, уже несколько людей нашли работу. Один человек нашел сразу во время курса, еще где-то в середине. И двое вот с этого потока
с первого собеседования. Ну, об этом я чуть подробнее расскажу позже. Что важно знать, что у нас сегодня происходит. Сегодня мы поговорим про базовое понятие идеального кандидата и, ну, вообще про то, каким кандидатом нужно быть, чтобы тебя взяли на работу максимально быстро, да, и, ну, и все выиграли при этом, все стороны. И вторая часть у нас будет следующий понедельник, это уже конкретно мы поговорим, куда, как откликаться, устраиваться, куда что написать, на какую вакансию и на какой местности, то есть уже более локально, конкретно поговорим. Вот. Первое, что я хотел бы от вас, ребят, понять, напишите, пожалуйста, где вы будете искать работу, в каких локациях, в каких городах, в каких странах, чтобы мне территориально понимать, от чего отталкиваться. Напишите прям город, где вы будете искать работу. Вот. Ну, можно написать еще, то есть это для вас будет на местности, да, то есть дома вы ищете или вы ищете за границей. Тоже важно. Так, сейчас пока настрою тут кое-что, пока жду ваших ответов. Так, Москва, Киев, Москва, удаленно Москва, хорошо. Израиль, Европа, на удаленке без разницы, ну да, удаленка, понятно. Так. Европа, США есть, хорошо. Россия, Минск, Брест, отлично. Силиконовая долина. Ростов-на-Дону, хорошо. Санкт-Петербург, США. Пока дома, вероятно, удаленная Россия. Окей, да, вижу Германия, Рига. Ну, классно. В целом, все эти локации, во всех локациях, так или иначе, либо я проходил собеседование, либо ребята проходили собеседование и устраивались. Так, Грузия, вижу, Прага. Да, классно. Индонезии почему-то нет ни у кого. В Азии никто не хочет работать. А вот вижу, можно Азию. Есть Арабские Эмираты, Стокгольм, Лондон, Канада. Супер. Классно. Давайте еще немного начну с такой более немного философской темы. Почему вообще вот про качество, да? Качество, когда мы говорим про него, мы чаще думаем про качество вещей. Но... Я, например, всегда думал, что качество должно быть во всем, что тебе нужно препарировать как-то все, что ты делаешь, и смотреть на то, хорошо ты это делаешь или нет. То есть, если ты делаешь это осознанно, если ты вовлекаешься, если ты видишь отдачу, то это качественно. Если ты делаешь, ну, как, лишь бы как, то, значит, ну, наверное, это не очень хорошо. И вот это вот, эта история помогла мне лучше понять эту профессию, и потом я понял, я осознал, что на самом деле так и есть, что это не просто мое какое-то такое качество, да, а это реально история, которая всем помогает в этой профессии развиваться и становиться самыми лучшими, самыми востребованными тестировщиками. То есть, вот, например, про гуманитариев, да, скажите, вот напишите, кто считает, что он гуманитарий, например, или думал, или сейчас думает и вот сомневается, потянет ли он вообще эту работу, и вообще подойдет ли она ему, понравится ли. Напишите прямо, вот кто, не знаю, поставьте там 3 единички, кто реально так думает. И я был таким же, то есть я думал, что гуманитарий, это значит, ну, вот там, скорее всего, техническая история не совсем для тебя, или там вот, ты как-то, может быть, сложно будешь это все тянуть. Хотя мне всегда нравились компьютеры, мне всегда нравилось там с чем-то с этим возиться, с техническим, но я всегда считал себя где-то на грани, где-то посередине. И когда я в профессию пришел, я понял, что на самом деле все обстоит совершенно другим образом. То есть почему самые лучшие тестировщики становятся именно из такого баланса, да, среза, это и техническое, и гуманитарное. То есть человек, он и в социальную сторону развивается, и в техническую. И это очень круто. У таких людей уникальный бэкграунд, уникальный подход, и они таким образом лучше. Почему не каждый может быть тестировщиком, да? То есть почему программист, например, не лучше тестировщик, чем сам тестировщик? Потому что у него есть, у тестировщика, у него более взгляд
преломленный, да, то есть он под другим углом смотрит, под другой парадигмой. Вот, да, вижу, что 50% пишут гуманитарий, 50% технарь. Кто-то сомневается, что да. Ну, это правда. Много людей реально сомневаются, но я просто хочу вам сразу сказать, что на самом деле лучшие тестировщики реально становятся из гуманитариев. И вот качество, если вы на самом деле задумаетесь про качество, что это такое, не знаю, может, ты читал книгу «Дзен» или «Искусство входа за мотоциклами», там он как раз говорит про это, про качество под этим углом. И вот это для меня, я очень сильно это разделяю, на самом деле, как это он трактует. Там есть такая фраза: «Будьте одинаково удобно, как в горах или в лепестках роз, так и в платах, в компьютерах и в микросхемах». Ну, это реально говорит о многом. Вот, поэтому, да, вижу, технари есть тоже круто, супер. То есть, просто если ты более технарь, да, то тебе нужно развивать, соответственно, социальные навыки в таком случае, да, и софт-скиллы, ну, это нормально. Окей, значит, у нас с вами два занятия, сегодня первое занятие и в следующий понедельник второе. Сегодня мы поговорим про идеального кандидата и в следующее поговорим про вакансии, конкретно куда откликаться. Ну, сегодня тоже будет частично об этом. Вообще, 80% результата, вот как вы думаете, какое 80% результата, какая деятельность в процессе смены работы дает максимальный результат? Как вы считаете? Всегда есть в любой деятельности, в любой работе, что бы вы ни делали, всегда, ну, правило Парето, да, то есть вы где-то фокусируетесь, расставляете приоритет, и вы делаете 80% работы, и это дает 20% результата, и наоборот, 20% работы дают вам 80% результата. И вот сейчас вы находитесь в той точке, когда вы как раз можете приложить максимальные свои усилия, и это даст вам максимум результата. Это именно поиск работы. То есть все, что вы делали до этого, все, что вы изучали, получали опыт, накапливали, даже ваш опыт, который предыдущий бэкграунд, все это сейчас должно сойтись в одной точке. То есть если мы не выходим на рынок, если мы не откликаемся, не рассылаем резюме, не ходим на собеседование, все остальное не имеет никакого вообще значения. Нам важно именно пойти сейчас, выйти на рынок и начать откликаться. Может, кто-то это уже делает. Вот, поэтому это важно. То есть важно понимать, что все остальное дает меньше результата, чем сам непосредственно выход на рынок. Даже пока вы не начали ходить на собеседование, вы еще, можно сказать, ничего не знаете, да, потому что собеседование полностью меняет все, открывает глаза. Еще дополнительно последний момент, который хотелось вообще коснуться конкуренции. Вот напишите, пожалуйста, кто считает, что конкуренция огромная, кто считает, что конкуренция бешеная в QA, что там, невозможно вообще пробиться. Я такое часто вижу, смотрю, там, кто самостоятельно обучается, кто в каких-то курсах там в чатиках пишет, кто-то год ищет работу. Вот, кто считает, что конкуренция просто какая-то космическая? Я просто хочу вам немножко рассказать реально инсайдерскую информацию, как это все происходит. Очень часто замеряют по какой-то непонятной мне причине замеряют по количеству откликов на вакансии, что абсолютно вообще не является никаким мерилом, и это вообще, ну, как бы, очень странно. То есть большинство резюме, они отметаются автоматически, то есть я уже не говорю там про скрипты, которые настроены. Да, вижу плюсики. Конкуренция, безусловно, есть, да, то есть я не хочу сказать, что конкуренции нет, просто хочу, чтобы вы понимали, как реально все происходит на практике. Вот. Дальше потом из этих 90%, ну, все там уже, их откликнули, откликов отсеяли, осталось 10%. Из этих 10%, ну, это уже мало, да, то есть из этих 10% там большинство, кто-то не дойдет до собеседования, кто-то дойдет, но там вот останется у вас там 5 кандидатов. Из этих 5 кандидатов двух реально хороших там или трех перебьют другие компании, у вас останется двое. Из них нужно выбрать, там уже не факт, что все они, ну хорошо, вот они сделали резюме, которое позволили им дойти до компании, но не факт, что теперь они соответствуют реально этому резюме на собеседовании. И в результате мы получаем две таких диаметрально противоположные
величины. С одной стороны, кандидаты говорят, большая конкуренция, а компании не могут найти работу. Компании не могут найти кандидатов и себе сотрудника. Вот такая вот история. То есть большая очень пропасть на рынке между людьми, которые нанимают, и людьми, которые ищут работу. Вот, поэтому конкуренция, ну вообще конкуренция, она сосредоточена именно среди джунов, да, мы это понимаем, среди джунов и стажеров, и поэтому нам важно отстроиться от них и позиционировать себя как специалисты, да. Что это значит? Это означает, что джуны и стажеры, это, ну, под эту гребенку можно всех абсолютно собрать, кто просто книжку прочитал, да, и какие-то знания имеет, или думает, что имеет, откликается. Ну, вы просто не представляете, какие резюме приходят, просто не представляете, там, грубо говоря, может быть, менеджер слэш токарь, слэш пекарь, слэш тестировщик, вот, и тебе приходит это, и ты с этим должен иметь дело. И это как минимум. Да, то есть, ну, то есть это как бы совсем такой яркий пример. Ну, чаще всего просто, то есть они даже шансы не дают как кандидата рассмотреть себя, просто потому что ужасное резюме. Поэтому важно понимать, что вот на этом этапе уже очень много людей отсеивается. И дальше, конечно, следующая градация – это уже опыт. Да? То есть мы говорим, что хорошо, мы правильно составляем резюме, правильно себя позиционируем, но дальше это уже опыт. Опыт, который, во-первых, наш предыдущий наш бэкграунд, да, который мы правильно в историю выстроили. И дальше это опыт релевантный, который мы сейчас получаем тем или иным образом, как у вас на курсе выстроено, или как вы сами это делаете, с помощью каких инструментов. Но дальше вы уже его показываете. И все это упаковываете, и у вас вы получается уже выше там, 80% кандидатов. То есть вы оказываетесь вне конкуренции в тот момент, когда вы начинаете позиционировать себя как специалиста и начинаете идти шаг за шагом по инструкции и делать, и не останавливаться, не сдаваться. То есть, ну, это такая методология, такая технология, которая позволяет кандидатам находить работу быстро, эффективно и на зарплату выше рынка. То есть это реально то, что есть. Вот у нас два человека сейчас вышли, они с первого собеседования, девочка получила сразу же два оффера с первых двух собеседований, и парень получил финтех сразу же оффер с первого собеседования. Хотя я обычно, я всегда очень переживаю, когда с первого собеседования получают офферы, потому что я говорю, вам нужно потренироваться, вам нужно походить, получать отказы. Я хочу, чтобы они получили много отказов. Вот. Но не получается, потому что мы так натренировываем, так выстраиваем эту вот историю позиционирования, ну и опыта у нас мы тоже много получаем на курсе, что ребята выходят, и, ну, их с руками и ногами отрывают, и вот вам конкуренция. Поэтому ну, мы еще об этом подробнее поговорим, просто ну, вам нужно понимать, что там 1000 резюме на одну вакансию, это вообще ничего не значит, да, это прям совсем. Ну, во-первых, 1000 такого прям нет повсеместно, да, то есть я, например, на свои вакансии не вижу 1000, у меня там ну, 200, может быть, но 90% из них просто абсолютно нерелевантны. Вот, хорошо, пойдемте дальше. Соответственно, кто вообще такой идеальный кандидат и существует ли он? Вот, как вы думаете, существует ли идеальный кандидат? Идеальный кандидат, в принципе, для всех работодателей, конечно, не существует. Да, и вообще ну, нет идеальных людей, нет идеальных кандидатов, понятное дело. Но конкретно в данный момент для конкретной компании, в конкретной ситуации вы можете быть идеальным кандидатом, да, для этой компании, и компания может быть для вас идеальной. И вот этой точке вы должны сойтись. И мы будем учиться таким кандидатом становиться, быть таким кандидатом, которого компании хотят к себе на работу. То есть в целом, что это такое? Что за вот такой идеальный кандидат? Это совокупность, это не просто там конкретно какой-то образ, это совокупность всех факторов, это и ваше резюме, и умение проходить собеседование, и опыт, и личные качества, и ваш путь, который проходит через эту компанию, предыдущий опыт. Все вот это вместе складывается с конкретной ситуацией, с конкретной компанией, с конкретными людьми в данный момент, и таким образом получается идеальный кандидат. Итак, каких вообще кандидатов ищут компании? Что вообще от них хотят? Вот был вопрос хороший там в чате. Что делать, если... Кстати, ребят, по поводу вопросов. Я сейчас на чат не буду отвлекаться сильно. То есть я буду смотреть ваши ответы, когда спрашиваю. Но вопросы давайте оставимся на потом, и я постараюсь на все ответить. Окей? Потому что я вижу там про U-тест спрашивают уже. Поговорим об этом чуть позже.
Значит, каких кандидатов ждут? Во-первых, да, был вопрос. Вот есть знания, но берут же не за знания. Это правда, это очень точно замечено. Берут не за знания. Во-первых, на что смотрят? Человек может выполнять свою работу, да? В принципе, если вас уже позвали, если вы резюме сделали, и по этому резюме вы получили отклик, и вы уже на собеседовании, значит, судя по резюме, вы свою работу выполнять можете. Ну, то есть они так себе понимают. Вот из этих там тысячи, как вы говорите, вакансий, тысячи откликов, там, 10 человек, судя по резюме, могут работу выполнять. Вот, все, их позвали, предположим. Ну, скорее всего, это будет не 10 человек, а 5 или 2. Вообще, то есть только уже на этапе резюме. Дальше это разумный человек, да, разумный человек со здравым смыслом. Ну, здесь все понятно, адекватный человек, который там понимает, что делает. Дальше человек, который может идти по шагам, последовательный. Вы просто удивитесь, вы не представляете, сколько людей не способны делать просто шаг за шагом какие-то вещи. То есть, ну, вообще, ну, патологически не способны. И таких кандидатов ждут тоже. То есть, ну, это прям база, да. То есть мы еще не дошли до опыта, но вот эта база, потому что, ну, просто этого сплошь рядом, этого нет. Просто делать шаг за шагом. Вот дать инструкцию человеку, и чтобы он по ней прошел. Чтобы человек обладал исследовательскими навыками, чтобы он пришел, ему было интересно, любопытно, чтобы он мог сам изучить, чтобы он мог посмотреть там куда-то, пойти, интересовался, спрашивал, вопросы задавал постоянно, умел задавать вопросы, да, то есть это очень важно. Дальше. Важная вещь сейчас, что хотят видеть работодатели на интервью и вообще, да, у себя, чтобы человек знал процессы и вписывался в коллектив максимально быстро. То есть поэтому будут его оценивать, как быстро он вписывается в коллектив. Таким, то есть знает ли он процессы, как все устроено в IT-компаниях, в гибких методологиях, Scrum, да, в Kanban, то есть как это работают по там, как с доской взаимодействуют, какие есть ритуалы, да, там, дейлики, ретроспективы. Груминги, планирование. То есть они хотят понимать, что вы придете. Конечно, они вас обучат, скорее всего, вот у них будет онбординг какой-то, да, в большинстве компаний хороших. Но, тем не менее, вы должны уже понимать это и желательно иметь какой-то в этом опыт. Соответственно, если у вас это есть, вы тоже находите матч такой с работодателем. Ну и развивать софт-скиллы это 100%. Без этого вы, ну, никуда, да, то есть вам должно быть приятно пообщаться, нельзя опаздывать, да, чтобы все там было хорошо, с улыбкой, да, с одеждой, камера включена, если мы говорим про там удаленное собеседование, чаще всего у нас сейчас удаленное, да, то есть обязательно включить камеру, сделать, чтобы задник был там нормальный, никто тебе не мешал, вот, из этих критериев складывается такое первое впечатление о кандидате, даже не первое, а вот такое хорошее впечатление, доброе, наверное, 50% уже у тебя и резюме есть, и вот эти качества, и это уже даже 50-60% это кандидата, от кандидата, это критерии, по которым его хотят уже взять на работу, и компании его ждут. Ну, вот. Дальше там уже мы можем поговорить про опыт. Да? Вот. Пойдем дальше. Значит, как вообще быть вне конкуренции? Мы вот об этом немножко уже поговорили. То есть, как отстроиться от других кандидатов и от джунов, стажеров. Выбирайте путь специалиста прямо сейчас. Начинайте позиционировать себя как специалисты. Убирайте из резюме, из лексикона, из позиционирования своего все вот эти вот там начинающий, джуниор, стажер, да, все это понятно, с вами там понятно, что все приходят начинающими. Ну, то есть это как бы и так очевидно, но ваш уровень, ваши скиллы будут оценивать на собеседовании, да, вот хотят они и при этом в каждой компании по-разному, то есть, ну, вообще абсолютно неверно писать, там, например, junior, да, или джун, там, начинающий, потому что в всех компаниях по-разному оценивают, и очень много кейсов и случаев, когда приходит человек новичок, и его берут на вакансию, которая у них middle и по деньгам, и по обязанностям, которые нужны у них выполнять. Ну, потому что вот так, да, в этой компании вот такая у них иерархия, такое градирование, или его у них вообще нет. Соответственно, ну, это не вам решать, кто вы для компании. Поэтому, ну, сами себя не ставьте в такую позицию и не попадайте в вот эту зону конкуренции, где все там начинающие
или джуниоры. Как еще их можно отличить? По резюме, когда они пишут, что там они готовы, да, готовы изучать, готовы там на что-то, готовы работать за пониженную зарплату, они вот учат, они хотят, да, то есть там я, может быть, не знаю, но могу выучить, да, у меня еще мало опыта, но я бы очень хотел у вас развиваться, я там умею, я знаю, вот это все выдает сразу же не специалист, даже не выдает, но просто вот вы автоматически попадаете в таком случае в такую, в эту категорию. Что выдает специалиста? Это использую, делаю, работаю, применяю, да, инструменты вот эти все, то есть достижения, какие у тебя были на предыдущих местах работы, нерелевантных, да, каких-то, на какие-то достижения у тебя сейчас в релевантной, да, опыте тестирования. То есть это все вот абсолютно разные две категории. И еще раз мы говорим, вот это вот, где стажеры базируются, да, и джуны, для них тоже найдется какая-то работа, но вот, вот вся конкуренция сосредоточена там, вам туда не нужно. Что для этого нужно сделать? Для этого необходимо посмотреть на ваш путь, на весь, да, на весь предыдущий опыт, на ваш бэкграунд, какие у вас цели, какое будущее развитие, что вы сейчас делаете, какие у вас есть навыки, какая база. И все это распаковать, да, то есть это происходит такая распаковка вашего опыта, вашего пути, понимание, он должен у вас такой красной линией пройти через эту компанию, через то, что вы сейчас делаете, через каждую компанию, через которую вы проходите. Вы должны понимать вообще, из чего вы состоите. И для того, чтобы успешно это сделать, вам нужно потом после этого упаковать его правильно. Да, если вы упаковали весь ваш опыт в единую стройную историю, в единую такую, ну, она должна быть правдивой, но в любом случае всегда можно упаковать так, чтобы для рынка, для компании вы были вот приближены к идеальному кандидату. Поэтому распакуйте сначала свой опыт, потом его, наоборот, упакуйте, и это будет и в резюме отражено, и в вашей истории, в том, что вы говорите, и на собеседовании, и вообще в работе, и все. То есть, когда вы это сделаете, когда у вас это, вы поймете, что это такое, то, ну, все, у вас уже там тоже 50% еще конкуренции пропадет, ну, потому что этого никто не делает, мало кто делает. Отвечайте лучше других, да, что значит отвечайте лучше других, то есть приводите примеры, развернуто, показывайте эрудицию, кругозор, говорите о том, что вот вы здесь вот, ну, вы даете ответ конкретный, но при этом, как это можно применить в компании, как вы слышали, как вы читали, да, как это применяется в компании, какие есть другие способы, да, например, применение того или иного инструмента или методологии, которая принята, да, то есть как оно в реальности это все происходит. То есть чем больше вы говорите про реальность, а не про теорию, тем тоже вы больше себя повышаете над другими кандидатами. То есть когда вы просто, как говорите, из книжки, это одно, когда вы уже немного ориентируетесь, а это можно сделать еще даже не находясь в индустрии, погружая себя в эту атмосферу, в контекст, да, всего, то есть с помощью сообществ, знакомств, курсов, да, то, что вы сейчас делаете, вебинары, там вы приходите, семинары, вот, вы погружаете себя в этот контекст, вы слышите, вы знаете, вы общаетесь на эту тему, вы, соответственно, становитесь уже частью этого, и потом об этом говорите, вы повышаете свой уровень. Ну и вот опыт тестирования ПО, да, самое, наверное, болезненное, вот напишите, у кого есть опыт тестирования ПО сейчас. Давайте я почитаю. Напишите, у кого есть опыт тестирования сейчас. Вот кто сейчас придет на собеседование и скажет, у меня есть опыт. Это важно. То есть, если вы говорите, что у вас опыта никакого нет, то, ну, шансов очень мало. Ну, конечно, нужен опыт определенный. То есть, ну, и он есть у всех. То есть, ну, или может быть у всех. Это, ну, там вообще без проблем. Только как посмотреть, с какого угла. Плюсы только учебный, нет опыта. То есть, смотрите, если нет опыта, это странно, да, почему его нет? Нужно его получить. Учебный, что значит учебный? Ну, хорошо, да, учебный, но нет коммерческого опыта, да, я понимаю.
Учебного по тестированию точно есть. Хорошо. Вот. То есть есть такие, можно, давайте три уровня выделим. Да? Первый это когда кандидат говорит, у меня нет опыта вообще никакого, и, соответственно, он попадает в 99% кандидатов, которые не попадают на работу. Да? А дальше говорят, у меня есть учебный опыт какой-то, да, и здесь очень такая тонкая грань, когда вроде бы, ну, уже все, ну, опыт, то есть опыт, какая разница, да, тебе вроде как платили за него деньги или нет. Но часто кандидаты начинают сталкиваться, скатываться в ту сторону, что, ну, вот он вроде бы опыт есть, а вроде бы его и нет, и только при первом вопросе они сразу, да, опыт вообще-то был учебный, да и вообще там это не опыт, и там, ну, что-то тут я попробовал, вот, ну, при этом они уже там половину кандидатов отмели. И следующий этап, когда вы позиционируете себя опять же, что вот опыт, он и есть опыт, без разницы там коммерческий, некоммерческий, хотя коммерческий тоже можно получить при желании. Но опыт и есть опыт. Кому какая разница вообще, платили там вам за него или нет. Есть компании, да, есть там, когда спрашивают конкретно коммерческий опыт. Ну так вот когда первое, что вам нужно понять в начале, в резюме не надо писать, что там у вас это учебный опыт был, да, или еще какой-то. То есть вы пишете просто вот проект, у вас был учебный проект, вот и напишите его. Вот когда до собеседования дойдете, на собеседовании уже и поболтаете там насчет того, учебный это был или еще, может быть, вас вообще про это не спросят. Но первое, что вам нужно найти, пройти какой фильтр, это чего не делают большинство кандидатов. Они не проходят этот фильтр, потому что уже в резюме себя топят. Они там даже хорошо вы его сделали, вот все у вас идеально, вы написали, у вас учебный был проект, там, и, ну, грубо говоря, и все, там, один месяц. Ну, все, там, никто не будет смотреть резюме. Поэтому напишите там сколько-то месяцев там, опыта себе, 3-4 месяца, и реально практикуйтесь, получайте этот опыт. Вот. На собеседование придете, там уже это уже следующая история, как вы там будете выстраивать этот разговор. Если вы коммерческого вообще не было, да, если вам не удалось поработать на каких-то фриланс-платформах, там, стажировках, если у вас не было на курсе такого внешнего заказчика, если вы там с ютестами, ТСТО, да, не знакомы, и у вас там нет, хотя, ну, как бы это важно, это must-have, обязательно там что-то поделать, и это тоже об этом говорит, то есть это у вас будет такой фриланс, вы приходите и говорите, вот у меня там есть, и опять же, в резюме не обязательно это говорить, в резюме просто название проекта какого-то условного, там, который вы делали, или тоже фриланс можете написать, ну, в общем, какой-то должен быть опыт несколько месяцев. И вот с этим вы идете дальше, вы проходите, вы приходите на собеседование, и там уже об этом говорите. И позиционируйте, что у вас есть этот опыт, есть опыт тестирования, там, вот как угодно. Все, дальше уже после этого можно о чем-то разговаривать. И повышайте осведомленность в QA-сфере, в IT, широкий кругозор должен быть у вас. Вы должны понимать не только базу, но применимость ее, практику, автоматизацию и нагрузку не надо прям глубоко, нужно иметь возможность об этом поговорить, да? То есть если вас спрашивают там что-нибудь про автоматизацию, то ну, скажите, как это применяется, что вы об этом знаете, проявите эрудицию, про нагрузочное тестирование. К тому же, в чем плюс всего всей этой истории, что ну, обычно там автоматизацию, нагрузку тем более там не так уж много где используют. То есть там кто-то про джиметр даже не знает. Если вы скажете про это, про нагрузку, а это ведь инструмент, который можно за 2 дня изучить, просто чтобы для понимания, да, на поверхностном уровне, чтобы просто ну как изучить, да, освоить так, чтобы о нем поговорить, скриптик какой-нибудь написать, и все, вы уже там можете сказать, я там автоматизировал, не знаю, какую-нибудь регистрацию, на питоне, да, на Python написать какой-нибудь скриптик. Все, вы приходите, вы уже там 99% людей, кандидатов перепрыгнули, да, потому что они скажут, ничего себе, человек там такой, ну, вроде бы начал только еще работать, а уже там хочет и что-то автоматизировать попытаться или еще что-то, да, то есть SQL там, простые запросы, ну что там 2 дня потратить, чтобы простые запросы писать, а чаще всего дальше этого вопросы на собеседование не зайдут, ну они могут зайти, но вас уже все равно скорее всего возьмут, то есть там вас будут спрашивать до того момента, пока ну, им будет просто любопытно, ничего себе, о чем он еще может поговорить, о чем еще, чего он еще знает. Вот, поэтому наших, например, ребят берут чаще на зарплаты выше рынка, потому что они много-много, ну, как бы,
чего знают, в принципе, о чем могут поговорить. Даже, ну, и они чаще всего применяют это на практике, так или иначе, тоже пусть на учебном опыте, без разницы. Но они соответствуют по каким-то внутренним там рамкам, по инструментарию, по крайней мере, уровню там джун++ или middle, соответственно, их там могут взять на большую зарплату, скажем. Вот парень, который вышел на сейчас работу на финтех, он, ему дали 125, даже 135 ему потом накинули, 1000 рублей, ну, это в Москве, на старт, то есть, ну, это, вот это абсолютно рекорд вообще, ну, для джуна. Вот. Поэтому очень важно, без опыта особо как бы не на что рассчитывать. Вопрос U-тест, можно ли отнести к коммерческому? Ну, не совсем, но тем не менее, да, если вы деньги за это получали, то это уже там близко, да, то есть, опять же, это в вашей голове скорее. То есть никто там не сравнивает у вас, никто не спрашивает, а покажите там выписки, да, или там трудовая книжка и резюме, давайте-ка сравним, где вы там реально работали. Вы, ну, по сути, можно что угодно, да, написать. Просто не нужно. Это должно у вас быть с вами органично. Вы должны максимально со своей историей, с тем, что вы делаете, быть правдивы и соотнести себя. То есть просто, ну, должно, все должно быть органично. Если вы тестировали на UTS какой-то проект, у вас получалось, даже вы за это деньги, может быть, не получили, вы написали это как проект. И, ну, если вы позиционируете себя как, что вы, это был коммерческий проект, ну, пусть он будет коммерческим. То есть, ну, кому какое дело там, никто вас не будет там за вами шпионить, да, и реально узнавать там, в штате это было или еще где-то. Ну, вот. Да, давайте по вопросам там еще чуть позже вернемся. Вот, поэтому опыт. Давайте дальше. Какие самые распространенные ошибки совершают новички на рынке? Тоже в эту же категорию все. Снизить свои зарплатные ожидания или не знать их вообще. Не знает там, да, или спрашивать, а сколько вы можете предложить, или там, а, ну, вообще, да, то есть это прям все тоже выдает себе человека, который не ориентируется, вообще не понимает правил игры, как там все работает, устроено, то есть он не знает там ни рынок, ни свои потребности, не знает, как себя оценить, и, ну, то есть это сразу же нет, да. Дальше. Снизить зарплатные ожидания. То есть, опять же, если мы говорим про отстроиться от джунов, если вы выходите и называете там ниже вилки адекватной, да, не стажировки, а ниже, ну, или там по стажировке по какой-то, то все, вы сразу же, вы сами себя обрекаете на конкуренцию. Вы таки думаете, наверное, вот, поменьше там поставлю зарплату, запросы, или там буду вообще бесплатно работать, зато опыт получу, или там зато меня быстрее возьмут. Нет, все работает абсолютно наоборот. Вы занижаете свои зарплатные ожидания, вы попадаете в категорию, где все эти вот тысячи человек, о которых там говорят на вакансию, которые все занижают, и все хотят, и все там готовы за еду, лишь бы там что-то, да, вот вы туда попадаете, и все, на этом ваш заканчивается, ну, или, по крайней мере, очень сильно усложняется и утрудняется путь. Ставьте себе нормальное зарплатное ожидание в вилке специалиста, уже специалиста, который работает, да, то есть поймите, что вы специалисты, вот вы выпустили сейчас после курса, вы специалисты уже. Часто вижу ошибку, пишут в резюме, говорят, хочу стать специалистом. То есть, ну, представляете, вот я работодатель, и мне пишет человек в резюме, я хочу стать специалистом. Ну, надо было становиться специалистом до работы, да, а потом уже, то есть, вот, ну, там, супер крутым экспертом, специалистом, ключевым человеком я могу понять, да, и это классно, если ты хочешь быть ключевым человеком у меня на проекте. Но, в принципе, специалистом ты будь добр, уже будь, а потом я тебя тогда смотрю. Поэтому свои зарплатные ожидания оцениваете по вилке. То есть, понятно, там универсально нельзя сказать, она везде разнится по местности, по компаниям и так далее, но исследуйте рынок, смотрите, что там по зарплатам, и ставьте, ну, в середину вилки. Вам меньше, вам всегда успеют предложить, да, денег. Если там вы запросили больше и хорошо себя показали, вам скажут, слушай, ну, у нас там вот либо там по вилке ты не проходишь, либо мы там тебя оценили по твоим скиллам и по опыту,
И, ну, все круто, но вот смотри, у нас это немножко по другой зарплате идут. И вам предложат меньше, а вот больше вам практически никто никогда не предложит. Сейчас и такое происходит, то есть вот сплошь рядом и больше предлагают. Но это когда уже человек и так много просит, ему еще накидывают. Ну, то есть, да, человек там, у кого много есть, тому еще больше будет, потому что вот так это работает. Вот такие законы. Поэтому, пожалуйста, ставьте ровно в вилке. Нужно понимать, что если у них, вы говорите ниже вилки, им нужно, у них нет такого даже, такой позиции, у них штатного расписания нет такой позиции, чтобы вам дать эти деньги. Соответственно, вам, им нужно будет под вас какую-то позицию создавать специально, никто этим заниматься не будет. Да, и опять же, это говорит о непонимании рынка. Поэтому очень важно поставить зарплату нормальную для себя, как на специалиста, для людей, которые уже работают в компаниях, а не которые ищут там только где-то что-то, да, на стажировках. Вот. И с этой зарплатой срастись и уверенно ее говорить о ней, да, то есть потому что у вас есть субъективные и объективные причины ее устанавливать. Во-первых, вам там, ну, вы объективно понимаете рынок, вы объективно оцениваете себя, ну или субъективно, без разницы, но как бы вы оцениваете примерно себя, что вы соответствуете, или уровень, да, который у вас есть, он соответствует зарплатным ожиданиям. Плюс вам, ну, просто там тупо столько нужно, да, и все, вот эти вот факторы сложили, и все, это окей. И вы так и прямо и отвечаете на этот вопрос, если вас спросят, например, а почему вы столько хотите, да? Вот. Рассылать плохие резюме — ошибка, да, но это мы об этом поговорили, это самое распространенное, и, ну, вот конкуренция заканчивается здесь. Люди не могут резюме составить. Дальше. Писать плохие сопроводительные письма. Чаще всего сопроводительные письма, они, например, в России, да, они там чаще всего не нужны. Есть, например, там в Германии, там, наоборот, нужны сопроводительные письма. Но вот где они не нужны, не надо писать сопроводительные письма, просто лишь бы написать. То есть, что там, вот, я там отучился только что, и у меня бы такие большие амбиции, и я так хотел бы, да, то есть это все сразу же мимо проходит, потому что, ну, я очень, там, наверное, разделяю амбиции ваши, но мне нужен специалист сейчас, да, и мне вот, такие, вот, смотришь, резюме никакое, а вот сопроводительное письмо вот такое огромное. Над резюме нужно стараться, резюме нужно сделать, упаковать таким образом свой опыт, чтобы у вас вы были специалистами, а не над сопроводительным письмом. Если только этого не нужно обязательно, да, на той местности, где вы находитесь, или компания этого не требует, и, соответственно, вы его туда не пишете. Либо вы откликаетесь напрямую в компанию, где нет вроде открытых вакансий, вы туда пишете, почему вы туда конкретно хотите, но сопроводительное письмо должно быть сильное, искреннее, позитивное, а не с позиции, что, пожалуйста, возьмите, там, хочу выучить, я такой, там, очень крутой, способный, и вообще у меня такой вот, там, все классно, но просто опыта нет, да, то есть это, ну, сопроводительное письмо писать о том, чтобы у вас это же самое, ну, такое, это то же самое, что, пожалуйста, там, меня не рассматривайте, но я хотел как-то вам с вами поделиться, вот. Следующая ошибка. Не узнают о компании до собеседования. Это очень важно, вот прям очень. Постройте себе, вам нужно очень много будет откликаться, да, но постройте себе такой график, чтобы вы могли узнать нормально про компанию и про нее поговорить. Обожают просто работодатели в команде, в компании о себе говорить, о своих конкурентах, о своем проекте, о, там, на вопросы отвечать, на умные, да, на какие-то правильные вопросы, про боли свои поговорить. Узнавайте про компании, понимайте, о чем может пойти речь, чем занимаются специалисты конкретно в этой компании, тестировщики, да, как подумать, чем они могут заниматься. То есть, если там берете финтех, например, какой-то, вы понимаете, что там, скорее всего, большая доля интеграции разных, что там какие у них там большие риски есть, финансовый риск, да, то есть самое главное, что там финансовые потери могут быть. Что там еще может быть, что, значит, у них, наверное, может быть мобильное приложение, есть какой-то бэк-офис, админка, да, ну, то есть, вот, подумайте, API они там тестируют, или, может, у них нагрузка большая, вот, это нужно все предусмотреть, и в соответствии с этим тоже выявлять боли компании, и когда вы приходите, вы именно об этом и говорите, то есть, ну, одна из причин, почему вас хотят нанять на работу, что вы эти боли будете решать, ну, даже не одна, это самое главное, да, то есть, работодатель хочет, чтобы вы какую-то его боль решили. Вот я как работодатель, я когда ищу человека себе,
QA-специалиста, мне нужно, чтобы он что-то у меня болит, да, то есть либо у меня проект, на котором не хватает ресурсов, либо там мне конкретно нужно какую-то задачу выполнить. Вот спросите у меня, пожалуйста, как у работодателя, чего мне не хватает, какую проблему нужно решить, и скажите, что вы ее решите. Скажите, что вы у меня заберете эту боль, да, и я тогда порадуюсь. То есть для меня уже это, я уже проникнусь. Да, ну, то есть не нужно здесь как-то лицемерить или там привирать, если вы абсолютно не представляете, о чем идет речь. Но если вы на самом деле можете, если вы готовы, если вы понимаете про себя, что вы можете разобраться, да, если там, вам такую задачу поставить, и вы завтра будете уже это знать, и вы абсолютно в себе уверены, скажите мне об этом, я это пойму. Мне больше ничего не нужно. Поэтому я вас возьму на работу. Ну и не записывать, да, вопросы, не анализировать собеседование, не делать выводы, тоже большая ошибка, потому что каждый отказ – это праздник, да, какой-то, в который вы приходите, и вам отказывают, и вы столько информации можете получить, столько фидбэка, столько опыта. Каждый отказ вас приближает к офферу, к вашему, поэтому, пожалуйста, анализируйте обязательно все, что происходит с вами. Давайте дальше пойдем. Выполним небольшое упражнение. Вот мне хочется, чтобы вы посмотрели вот на этот список. И прямо сейчас посмотрите, можете его зафоткать, заскринить там. Посмотрите по всем пунктам. Вот это вот все, что нужно для того, чтобы успешно попасть на работу, чтобы быть специалистом. Вот и напишите в чат, посмотрите, и напишите в чат, давайте по 10-бальной шкале, у кого все выполнено, напишите 10, у кого там половина, напишите, ну там 5, да, у кого ничего, соответственно, 0. Ну, я надеюсь, такого нет ни у кого. То есть, получается, у нас здесь 19 пунктов. В первую очередь резюме, да, еще раз, резюме, сделайте хорошее резюме, поставьте четкую цель конкретно, да, куда вы идете, зачем вы в эту компанию, что вы хотите получить. Компании важно, чтобы вы развивались, если вы приходите и вы просто лишь бы там компании хорошо сделать, так не сработает, для вас должно быть хорошо, чтобы вы оттуда пошли куда-то еще, поставьте цель себе такую, выделите время, режим установите, дисциплину, чтобы это все делать, тогда у вас, ну, не может не получиться. Фокус должен быть постоянно на этом. Постоянно получайте практические навыки любыми способами. Там кто-то в чате задавал вопрос, как получать. Да любыми способами получайте. Платформы их там, сколько их там, больше 10 можно насчитать. Фрилансовые платформы, краунд-тестинг. Просто там открывайте, не знаю, любые приложения, вписывайтесь в какие-нибудь альфа-тестирования, бета-тестирования, тестируйте сайты, стажировки смотрите, на курсы записывайтесь. Получайте максимальное количество опыта практического. Накладывайте теорию на практику. Не получилось что-то, задали себе вопрос, почему не получилось. Снова теорию добавили, потом опять практикуетесь. Именно так происходит хорошее обучение, когда вы пытаетесь что-то сделать, потом накладываете туда теорию сверху, и потом снова практикуетесь. Читайте профильные книги, посещайте тематические конференции, мероприятия, будьте в курсе всего, в чатиках всяких, в сообществах нужно состоять. Создавайте окружение, благоприятное окружение, которое вас будет поддерживать, которое будет вам говорить, что все у вас получится. Единомышленников найдите, которые тоже хотят того же, чего и вы хотите. Это очень круто, это на всю жизнь вам потом поможет и изменит всю жизнь. Заручитесь поддержкой менторов или ментора и берите какие-то курсы по инструментам, по технологиям. То есть всегда есть какие-то вещи, которые лучше, например, у человека спросить конкретного, а есть вещи, когда проще курс, например, какой-нибудь маленький взять, да, по SQL, например, да, и пройти его. Можно ментора взять. То есть разные способы, разные инструменты, их обязательно нужно использовать, нельзя отметать. Когда можно быстро получить какой-то результат, взять его и сейчас уже применить. Изучайте рынок, смотрите, что сейчас происходит, какие зарплаты, какие. Только не в ту сторону, что смотреть и там, ох, сколько там, как мало вакансий, как много кандидатов, да, не так. А просто что есть, какие требуются инструменты, какие знания. Но, тем не менее, здесь нужно аккуратно, да, то есть нужно помнить, что вакансии
часто пишутся как попало. И когда мы говорим, то есть в общем, в целом, там среднее какое-то арифметическое, можно вычленить оттуда, что рынку требуется. Но конкретно вакансия компании, она может вообще ничего не говорить. Поэтому нельзя, например, свое резюме по вакансии составлять конкретной, да, то есть под вакансию. И какая еще ошибка, кстати, очень тоже важная, когда человек приходит и говорит, смотрите, вот ваша вакансия, вот мое резюме, ну, грубо, да, они полностью соответствуют. То есть я соответствую вашей, очень подхожу вашей вакансии, судя по вашей, да, по вакансии, моему резюме. Это вообще, ну, абсолютно тотальная ошибка, потому что люди, которые будут сидеть перед вами на собеседовании, они, может, эту вакансию даже не составляли, там, HR ее составил, может, ее разные люди составляли, они не будут сидеть с вакансией и на вас смотреть, они вообще не понимают, о чем вы говорите, и когда вы скажете, что я там соответствую, потому что там, вот, по навыкам, это тоже непонимание правил игры абсолютное, потому что не за это вас берут, и вообще, скорее всего, там половина вакансии, которая написана, она вообще к реальности отношения мало имеет. Так, посмотрю чатик. Так, насчитала 7, 1. А есть у кого-то все пункты? Есть у кого-то вот 10 пунктов, все выполнено? Тренируйтесь на фрилансе, тестируйте на фрилансе, дорабатывайте резюме, рассылайте минимум 30 резюме в день, минимум, начните ходить на интервью как можно раньше, откликайтесь на вакансии выше уровнем, используйте стажировки. Очень важно выше уровнем откликаться, да, то есть нельзя смотреть на вакансии такие, тоже в следующем уроке будем обсуждать, когда вот здесь вроде бы ноль опыта нужно, не нужно вообще резюме, откликнусь я только туда, да, нет. Откликайтесь там, где выше уровнем. Это ваша точка роста. И как можно быстрее ходите на, пойдите на интервью. Начните ходить на интервью. Да, ну, может быть, там для кого-то проблема, что на английском написано, да, может быть, не так понятно. Но, тем не менее, вот половину не наберу, 20 набралось, круто, 20 из 19, супер, ребят, вот, ну, постарайтесь все эти критерии закрыть. Поехали дальше. Поговорим немного про интервью, да, что вообще там у нас происходит, как подготовиться к интервью. Мы уже знаем, что нужно изучать максимум про компанию. И на том этапе, когда вы еще общаетесь с рекрутером, постарайтесь задать ему те вопросы, которые, ну, вот можете вы по его ответам поймете, какие еще стоит задавать вопросы, какие нет. Но лучше задать больше, чем меньше. То есть он может многого не знать, технических каких-то вещей. Но лучше вы ему закидаете вопросы, чтобы он такой, так, все, ладно, я вам сейчас передаю ваше резюме дальше, там уже спросите на техническом собеседовании. То есть зачем это нужно? Ну, во-первых, вам реально должно быть понятно, интересно, какие этапы есть на интервью, какие организационные вопросы, то есть когда следующее состоится. То есть, ну, то, что говорит о вас, как о человеке, которому, ну, реально он заинтересован и хочет узнать, как все будет, да, то есть это минимум. Максимум – это показать такую заинтересованность, чтобы он максимально быстро сказал, все, да, вы проходите там, ну, да, грубо говоря, проходите этот этап, мы вас там сейчас на техническое собеседование зовем. То есть этап вот этого вот резюме и рекрутинг, отбора рекрутера, вот этот срез первый, на адекватность там и на по опыту нужно проходить максимально быстро вообще и без каких-то проблем. На все вопросы рекрутера, опять же, отвечать нужно всегда да, что там, что знаю, давайте я уже пойду поговорю там. Вас, может быть, на технических собеседованиях об этом и не спросят, но рекрутер, то, что вы скажете, ну, вообще-то не знаю или там не уверен, лучше от этого никого не станет. Сколько угодно таких кейсов, когда человек, рекрутер спросит там 10 каких-нибудь и про автоматизацию, там, и про нагрузку, а потом приходит человек на собеседование, и там они просто про погоду поговорили и его взяли. Ну, условно, да, то есть, ну, вообще ничего не было про то, что рекрутер спрашивал. Поэтому этап вот этого первичного отбора нужно проходить максимально уверенно. Изучите сайт, публикации, отзывы о компании,
помимо того, что вы просто, да, посмотрели, там, узнали о компании, еще отзывы почитайте. Но здесь нужно быть аккуратным, потому что отзывы часто, ну, есть бизнес-составляющая какая-то организация, есть IT-отдел. И вот понятно, что в IT всегда получше, но чаще всего, да, и там хорошие отзывы, но пишут очень много отзывов именно на бизнес сам, там, кто работает, не знаю, в логистике, в бухгалтерии, юристы, ну, любой персонал, вот, и вы можете зайти к компании, прочитать, и там будут какие-то плохие отзывы, это может быть звоночком, но не обязательно, то есть часто бывает, ну, сколько хочешь, бывают компании, когда вроде бы компания там про нее отзывов и плохих там, и каких угодно. Но в IT-отделе там царит просто вообще безмятежность, бирюзовая компания, все идеально, тоже такое может быть, но обращайте на это внимание. Найдите в компании обязательно, когда вы про нее изучаете и когда смотрите там сайт, потом приходите на собеседование, задаете вопросы, найдите то, что вас интересует, что вам по-настоящему интересно, и расскажите об этом, скажите, что вам это интересно, горите этим и скажите, как вы хотите этим заниматься, если это реально вам интересно. А вы такое точно найдете, если будете искать. Найдите это и идите с этим на собеседование. Ну и подготовьте список вопросов обязательно для работодателя о компании, о проекте, о должности, вопросы, которые по описанию вакансии, да, то есть мы не ориентируемся на вакансию, куда резюме составляем, но про вакансию мы должны поговорить на собеседовании, чтобы все эти вопросы, которые там в вакансии есть, снять, да, то есть если вы про них не говорите, соответственно, там, ну, как бы странно, да, вы же идете на эту работу, вам нужно по всей, то, что там в требованиях написано, вам нужно узнать, а что там конкретно в этих требованиях от меня нужно. То есть, как вы меня будете оценивать, по каким критериям, как я должен буду себя показать, как вы мою успешность будете замерять, когда, да, в какие сроки, что на испытательном сроке, по истечению испытательного срока, да, как вы будете принимать решения моей успешности. То есть, вот эти все вопросы, они прямо архиважны, да, это означает, что вы не просто хотите на работу попасть, а вам важно понимать, как вы там дальше будете жить, существовать и пользу приносить и пользу получать. Так. Дальше поехали. Поговорим немного про типы IT-компаний. Здесь есть несколько нюансов. Есть, ну, давайте так, понятно, есть большие компании, маленькие, средние компании, то есть там стартапы. Вот интересно, где вы больше бы хотели работать, в больших, маленьких или средних? Здесь важно сказать, что в целом, ну, вообще первая работа без разницы, да, какая она будет, то есть она может быть любая, вот в какой компании, напишите, в какой компании вы хотите, в большой, маленькой или в средней. Но в целом лучше всего, конечно, в первую очередь какой-то опыт получать, где вы сможете максимально перенять процессы, навыки, организацию, культуру компании. То есть, если это будет совсем большая компания, тоже не очень хорошо, потому что она, скорее всего, ну, навязывает, да, то есть превращает, у них уже выстроен такой процесс, который не гибкий, забюрократизированный, его трудно потом адаптировать под другие компании, даже если он неправильный или еще какой-либо, а чаще всего так и бывает. Поэтому, например, часто не любят брать тех, кто в финтехе работает, потом на какие-то другие проекты, потому что на финтехе у них определенным образом уже работает ум, они там привыкли работать по принятым там процессам, и это нормально, финтех там замечательно, большие зарплаты, и много можно, постоянно есть вакансии и с релокациями, и можно там и развиваться, и что угодно, но тем не менее есть там и как бы какие-то отрицательные стороны, да, например, то есть там вот деформация такая, или в игровой индустрии тоже, да, не всегда компании, например, готовы рассматривать людей, которые работали в гейминге, да, там, потому что у них тоже по-своему там сложные процессы. Вот. Но когда мы говорим про большую компанию, чаще всего она туда перемалывает это все. В маленькой компании их чаще всего просто нет, да, еще пока или не устанавливаются. И вам, если вас не будет, тем более там с каких-то старших товарищей, вам будет сложно эти хорошие навыки получить. Тем не менее, это не так страшно тоже. Вот. Ну, в идеале, конечно, средняя компания, когда там есть такой баланс между
уже процессами, которые приняты, у них есть там и онбординг, и есть там и хорошая база знаний, и документация есть, и какие-то процессы выстроены, погружение, грейдирование, но в то же время это может меняться, вы можете смотреть на разные какие-то лучшие практики, они хотят применять новое, они открыты к новому, это круто. Вот. Но если так не случилось, ничего страшного, вы можете такую работу поискать во вторую очередь. В первую вообще без разницы, какая будет. Вот прям вообще без разницы. Ну, если только, ну, когда он сделает несколько офферов, там, в большую, маленькую, среднюю, тогда будете выбирать. А так, вот куда сделали, туда и идете, если это, ну, по профессии, да, по QA-специалист. Вот. А что касается продуктовой компании, там, внешние проекты или фриланс, ну, фриланс мы не рассматриваем сейчас, да, только для получения опыта, мы говорим сейчас про работу реальную в компании, мы, конечно, тут можем посмотреть, там, аутсорс, устав или продуктовая. Здесь нужно сказать, что круто, когда вы можете на разных проектах поработать. Чем больше у вас насмотренности, чем больше проектов вы видели, тем круче вы, соответственно, можете потом находить работу быстрее, вас будут хантить, хотеть, да, потому что у вас большая насмотренность, большой опыт. И так далее. В этом плане внешние проекты, там, аутсорс, устав, они, это круто. Но в продуктовой команде свои плюсы. То есть, во-первых, там все очень горят своей работой, там высокая погруженность в проект, вы можете глубоко погрузиться. Опять же, участвовать на всех этапах разработки, то есть вы можете там предлагать, ну там обычно спрашивают у команды всей, как они это видят, уже на этапе, да, идеи, да, даже не требования, там еще раньше, поэтому это круто, это особый кайф, вот, но по-хорошему, либо, если это первая ваша работа, не задерживаться долго в такой компании, где один проект, то есть вам нужно несколько проектов посмотреть, и идти, либо, если вы пришли на какую-то проектную работу, да, или поработали на проектах в продуктовую компанию, круто будет пойти уже потом, да, то есть насмотренностью. Вот прям идеальное сочетание, это когда вы получили в каких-нибудь средних компаниях, там в одной, в две, на нескольких проектах поработали, и потом оттуда пошли куда-то в такую продуктовую компанию, пусть даже небольшую, и там начали что-то внедрять, и, ну, это прям идеальный расклад, но это не обязательно должно быть так, и вы можете корректировать это по ходу дела, как у вас там происходит работа. Следующее. Какие этапы? Здесь следующая ситуация. Зависит от местности, да, то есть они, ну, от местности, от компании. Бывает, что там этапов может быть несколько, 2, 3, 4, 5, 6 может быть, а бывает, что одно собеседование прошел, и все, тебя взяли. Всякое может быть, да, например, там есть плюс процессы, да, скажем, в Штатах, там, да, то есть определенный процесс, в какую бы компанию вы ни пошли, часто можно наблюдать, что там очень похож, например, процесс. В компании там в Европе тоже может такое видеть, но в меньшей степени может быть. В России, скажем, там ты, ну, вообще не знаешь, там везде все по-разному, в каждой компании по-разному построено, ты вообще не сможешь понять и как-то подготовиться. Поэтому, но чаще всего нужно примерно понимать такие основные срезы, да, структурные. Первое, это вас просто определяют сначала какое-то отборочное собеседование, проверка адекватности и релевантности, такой срез, либо прозвон, что все нормально, человек существует, опыт у него есть, он адекватный, говорить может, ну, там, отвечает на вопросы, да, если там на другом языке знает язык, все, его, этот этап он прошел. Дальше может быть такое пресс-собеседование, когда нанимающий менеджер или HR уже более длительное интервью проводит, может быть, по скайпу или, ну, по зуму какое-то удаленное, либо вы приезжаете, но может быть короткое, но может быть даже без технических вопросов, то есть там важно, чтобы вы подходили по культурному коду, то есть это очень важно, чтобы по софт-скиллам, чтобы в команду вы могли быстро вписаться, по процессам подходили, и после этого уже вас отправляют на техническое собеседование. Бывает, что вот этот этап пропущен, значит, и техническое объединено вот с этим этапом по софт-скиллам, скиллами, либо наоборот меняется порядок, но чаще всего все-таки в первую очередь хотят понять, насколько вы подходите к компании, а уже потом по техническим скиллам, потому что изначально предполагается, что вот вас уже позвали, что в резюме у вас написано, то, наверное, вы можете свою делать работу. И дальше первое, что хотят понять, что вы впишетесь, да, по культурному коду, и дальше уже там, ну, просто
подтвердить технические навыки. Скорее, вот такая история. Дальше там может быть у вас собеседование с руководителем, и это уже означает чаще всего, что вы прошли собеседование, и там его сложно не пройти. То есть он просто хочет познакомиться, ну или такой регламент, или еще что-то. То есть там, ну, как бы обычно, когда этот этап, это уже дальше следует предложение о работе, оффер, вот, обсуждение, там торг какой-то, может быть, проверка безопасности, заключайте договор, и все. На этом этапе получаете работу. Так, дальше. Какие общие вопросы часто задают на собеседованиях? Вот, почему важно на них остановиться? То есть мы все вопросы абсолютно не успеем разобраться, но вот самое главное, какие есть вопросы, и это как раз относится к идеальному кандидату и вообще вот к человеку, которого ждут на работу. Ну, я думаю, что вы все закрепили, вы понимаете теперь, что есть должна быть такая линия по вашему пути проходить через весь ваш путь, который проходит через эту компанию. Поэтому и любой работодатель, когда спрашивает вас, он хочет узнать именно это. То есть он не спрашивает вас просто, чтобы вы там рассказали какую-то историю про себе. Ну да, кому какое дело там, если это не относится конкретно сейчас к бизнесу. То есть как ваш путь проходит через эту компанию, как вы вырастете в этой компании и как компания от этого тоже вырастет. Соответственно, что вы вас не спросили, расскажите о себе, да, вы рассказываете, почему вы должны нанять именно вас, почему вы выбрали нашу компанию. Все это именно про путь, кем вы видите себя через 3 года, почему вы выбрали тестирование. Да, вы не просто рассказываете, потому что там, ну вот, что первое в голову взбрело, да, или в такую рулетку играть, что вот что я расскажу, там, в одной компании может подойдет, в другой нет. Нет, не так это работает. Вы максимально упаковываете эту историю, почему вы сейчас вот на этой точке находитесь, и вот где бы вы там ни работали сейчас, вы меняете профессию, почему там вначале, вы тогда еще там задумались, то есть это должно такой, как бы как крючок быть, вы вот оттуда должно быть это идти. Я как работодатель должен понимать, что вот вы не случайно здесь оказались, не мимо проходили, что вы вот оттуда шли именно. Когда с людьми об этом говоришь, часто говорят, да я там ниоткуда, я куда-то иду. Понятно, это круто, что вы знаете, куда вы идете и через что. Но очень важно именно бэкграунд, поэтому очень важно указывать свои предыдущие места работы. Нельзя просто вычеркнуть их, да, и сказать, у меня нет никакого опыта. Это ваш, это именно тот опыт, с которым вас берут, ваш уникальный бэкграунд, с которым вы становитесь ключевым, да, не можете потенциально стать ключевым и уникальным специалистом именно потому, что у вас есть вот такой вот опыт из всех ваших работ, из всех ваших профессий. И его нужно раскрывать и упаковывать таким образом, чтобы он в эту линию выстраивался. И все эти вопросы, главное, они об этом. Путь ваш из точки А в точку Б. И это во всем должно быть. В резюме, в ответах, в вопросах, в собеседованиях. Это вообще эти вопросы очень излюбленные на любой местности, без разницы. Это Штат, там Азия, Европа, СНГ, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, все что угодно. Но где-то там, например, они более регламентированные, где-то нет. Но нанимающий менеджер ждет от вас именно, ну, только одного. Почему? Вот почему перед ним сидит человек, которого нужно взять к нам, и все. Не просто так он вас спрашивает. Больше ему ничего не интересно. Только это. Следующее. Вот несколько вопросов, которые не всегда очевидны, но их тоже любят задавать. Например, ну, про профессию, да, это понятно, когда вы меняете работу и профессию. В первую очередь хотят понимать, почему, да, то есть почему такое произошло. И если у вас там просто написано, что вот вы работали, и никак это ни к чему не относилось, ни к тестированию, ни к IT, а сейчас вдруг у вас написано QA-специалист, и вы получаете опыт, это непонятно, да, то есть должно быть что-то, мы должны видеть что-то уже в резюме, потом из вашего рассказа, что говорит о том, что там были какие-то триггеры, которые вас заставили в эту профессию прийти. Их нужно найти обязательно. Что не успели сделать в предыдущей компании или на предыдущем месте работы. Хотят понимать, что вы ответственный человек, что вы довели свои дела до конца, что вы передали их, задокументировали, что вы делаете все, чтобы у вас
после вас осталось наследие нормальное, вы не бросаете начатое, вы доводите до конца, до логической точки какой-то, до завершения и уходите. Поэтому это важный вопрос, и уметь на него отвечать тоже важно. Если компания, предыдущая компания, в которой вы работаете, попытается вас удержать, что тогда, как вы поступите? Бывает, вот вы удивитесь, но бывает, что люди говорят, что там, да не будут меня удерживать, да там никого не держат или еще что-то такое. Ну, то есть это абсолютно непонимание. Конечно, будут. Будут удерживать, но я уже принял решение, да, идти сюда. То есть вот это тоже важная история, потому что если ты, вот тебя не будут удерживать, ну, это странно. Значит, что-то не так, скорее всего. Какие требования, желания к новой работе, да? То есть вы должны понимать конкретно, чего вы хотите от новой работы, начиная от инструментов, начиная от команды, компании, проекта, роста, навыков, которые вы хотите получить, заканчивая рабочим местом, там, как это все выглядит, удаленка, формат, оборудование. Нужно это все обязательно понимать. Если вы не понимаете, тоже плохо. Значит, что вы, насколько вообще реально вам это интересно, непонятно. Какого рода развития вы хотите, каким саморазвитием вы занимаетесь, что смотрите, что читаете, какие курсы посещаете. Обязательно это все на кругозор. Важно, работодатель хочет понимать, что вы интересуетесь, что вы любопытны. Самый главный вопрос, посещали ли вы сайт проекта, все его задают. И подавляющее количество кандидатов говорят, что я либо не успел, либо там посмотрел, либо сейчас посмотрю. Вот, если вы только говорите, что да, и начинаете что-то, и приводите какие-то там примеры, и рассказываете там конкретно, что у них там, и вопросы сразу начинают накидывать, вы выделяетесь просто, это 1% реально глубоко там что-то заходит на сайт и узнает про компанию. Могут быть какие-то неудобные вопросы, да, то есть чаще всего там, где регламентировано, например, да, в Штатах, там нет такого, что там могут тебя спросить, но чаще всего нет такого, что здесь тебя спросят это, а там не спросят. Обычно там, конкуренция должна быть равная. Вот. В России, например, бывает история, что могут спросить какой-нибудь там, например, а сколько ты зарабатывал на предыдущем месте работы? Вопрос такой себе, но могут спросить. Вам нужно понимать, и вам нужно вот эту вот вашу вилку, то есть ту зарплату, на которую вы сейчас идете, вам нужно сопоставить с той, которую вы реально зарабатывали, и это тоже должно вписываться в историю. Если, например, вы зарабатывали там, не знаю, там, пусть $500, да, а сейчас идете на $1500, то слишком большой такой получается разрыв, и это не очень органично смотрится. Скорее всего, по-хорошему, вас не должны такое спрашивать, но они могут знать, примерно представлять, HR там друг с другом общаются, поэтому примерно это должно как-то коррелироваться. Вот, интересный вопрос, еще хороший, вот давайте прямо сейчас на него тоже ответим, его тоже очень любят задавать. Когда мы позвоним вашему работодателю или напишем, там, да, обратимся к вашему непосредственному руководителю на предыдущем месте работы, на какую оценку он, как вам кажется, вас бы оценил субъективно? Вот. На какую оценку по 10-бальной шкале? Напишите, вот вам такой вопрос задают. На какую оценку по 10-бальной шкале ваш предыдущий непосредственный руководитель вас оценит? Напишите, какая это будет оценка? Это тоже дает многое понять о человеке. Во-первых, это дает понять сразу же, что он готов, что к его предыдущему работодателю обратятся, и он без проблем, конечно, вот контакт, там все, то есть он знает, нет никаких, во-первых, мы сразу понимаем, что человеку нечего скрывать, все хорошо. А следующее, вот я вижу, вы пишете, он понимает по вашему ответу. Когда вы спрашиваете, вы задаете, когда вы даете ответ, например, там, 7, да, это на грани совсем. То есть ниже 6, там, 5, 4, это уже совсем плохо, да, то есть почему он так себя оценивает. Я надеюсь, что там вот единичку, да, там это не будет никто писать, или даже 4 или 5, но вот 6-7 любят называть. 6-7 это же уже не очень, значит, а что такого там было, почему вот у вас, почему вы не дотягиваете? 8-9 супер. Да, можно 10. Если вы скажете 10, никто не подумает, что у него какая-то завышенная самооценка. Наоборот, круто.
да, хотят видеть человека уверенного, и, и вы же не просто так это говорите, вы говорите, что о вас так скажут, то есть вы в этом уверены, это дает понимание, что вы, ну, как бы правду говорите, скорее всего, или, ну, по крайней мере, думаете так, что о вас так отзовутся, вот, ну, там, как-то завышать, говорить, что 11, тоже это не совсем правильно. Так, дальше пойдем. Если про конкретные вопросы, например, по теоретической части, вообще нужно сказать, что все вопросы, которые бы вам сейчас не задавали, сейчас они относятся к практике применимо, да, то есть уже мало где спрашивают, ну, реально ту работу, на которую вы сейчас реально хотите, да, а не просто там на какую-нибудь стажировку, вам нужно понимать, как теория на практике применяется, поэтому, ну, вам, конечно, спросят там вас фундаментальную теорию, хотя могут сейчас уже не спросить, как применять теоретические знания на практике, вот это самое важное. Этапы тестирования, да, то есть как, почему тестирование вообще делится на этапы, какие есть этапы, как вы там с требованием работаете, как вы там потом после выпуска на прод поддерживаете приложение, там техническая поддержка, да, какие есть итерации, то есть вот прям на практике про процессы. Про функциональное тестирование, нефункциональное, ну да, то есть там спросят и то, скорее всего, нефункционально, чаще на уровне теории, потому что, ну, реально просто мало кто делает хорошо у себя в компаниях нефункционально. Если вы можете об этом хорошо рассказать, супер. Прямо с инструментами, да, про G-метр, вот любят, когда что-нибудь начинают говорить, они такие, вау, там хорошо, может быть, там когда-то понадобится. Мало кто вообще это делает. Дымовое тестирование, смог, регресс, ну, то есть самые такие распространенные, регресс, да, поглощающее количество там времени занимает регресс, и часто про него будет много всего спрашивать. У всех он там по-разному построен, разное количество времени занимает, у кого-то там частично автоматизирован, у кого-то нет, столько-то там релизов у них в месяц они работают там по спринтам, по канбану, и часто вот этот вот регресс, это такая боль, и про регресс много будет спрашивать. Вот, ну и про атрибуты, понятно, там тест-кейсы, да, баг-репорты все, чек-листы, нужно прямо это вообще, то есть вот весь ваш арсенал тестировщика, он должен быть прямо у вас наготове, ну, все критерии хороших тест-кейсов, хорошего баг-репорта, какие там составляющие, какие атрибуты, нужно знать. И не просто знать, а иметь возможность прямо сразу написать, если вас попросят это сделать. Дальше. Практические вопросы, они, ну, там тоже получаются применительно частично практические, но вас могут что-нибудь попросить сделать или там смоделировать какую-то ситуацию, например, там проанализировать, ну, вот вы спецификацию, да, анализируете, как вы будете ее оценивать, там, по каким критериям тестировать. Тест-дизайн, этапы тестирования. Да, то есть тест-дизайн, как чаще для джуна, там, может быть, это не настолько сильно нужно, но опять же, мы не идем как просто джуны, как стажеры, мы должны понимать, как тест-дизайн строится. Оценка тестирования, сколько трудозатрат, как вы будете там понимать, адекватная оценка или нет. Тоже приведите примеры из реальных каких-то историй, то есть, может быть, вы там про какие-нибудь интересные штуки знаете, там скрам-покер, например, да, как это оценивают. Вот вы об этом сказали, все уже там, работодатель думает, ничего себе, как он там, как шарит. Поэтому это очень важно. Инструменты, используемые в работе, технологии, у вас должно быть понимание по таким блокам, да, то есть если, например, вас спрашивают про какой-нибудь конкретный инструмент, скажем, про там логирование, да, где вот логирование у вас осуществлялось, или какие вы знаете, или у нас вот, например, там Kibana используется, вы, и здесь важно понимать, что есть другие, и знать хотя бы о них, об этих инструментах, и сказать, что, ну, там, с Kibana, например, я не работал, но в Grylock, например, я работал или знаю, или, ну, я понимаю, что это такое, ну, там, без проблем, там, нужно, завтра разберусь, это как бы то же самое. То есть это именно насмотренность, понимание, какие есть разные инструменты. То же самое, как с баг-трекером, да, там, все пишут, что Jira нужна, например, там, ну, в требованиях. На самом деле им не Jira нужна, а Jira это как бы такое нарицательное, да, то есть, ну, может быть, у них реально Jira используется, может, они там
может нет. Ну там без разницы, Jira, U-Track. То есть вам просто важно понимать, что есть разные. И вам не составит сложности с одного на другой перейти. Ну и по методологиям, да, тоже очень любят спрашивать, как там выстроено по скраму, по канбану, как они работают, в чем преимущество, какие есть особенности, когда лучше, какую методологию выбрать, да, потому что, ну, это тоже говорит о том, как вы будете в команде себя чувствовать. Что еще по практике? Любят спрашивать про вообще, ну, интернет, да, что такое интернет, клиент, сервер, расскажите. Вот, браузеры, да, про браузеры много спрашивают, там, про кросс-браузерное тестирование, ну, про операционные системы, там, тоже, да, Windows, Linux, macOS, там, или про мобилки могут что-нибудь спрашивать. Вообще, здесь тоже, это не означает, что вам нужно, там, про интернет рассказать вообще все, как в интернете устроено, да, то есть очень много вопросов, они всегда на рассуждение, даже когда вроде бы имеет конкретный ответ, всегда можно порассуждать, всегда можно привести примеры, всегда можно уйти в какую-то сторону и показать свою сильную сторону, что вы не знаете это, но знаете, вот, например, вот это. Поэтому это всегда про именно вашу логику вопросы. Это не конкретный вопрос-ответ. Иначе бы вам просто тест бы скидывали, вы бы там писали бы, да, выбирали бы правильный ответ, и вы бы так проходили на собеседование. Любой вопрос, вот всегда так, инстинкт самозванца, синдром самозванца, он такой, никогда не уходит, ты приходишь, уже там у тебя сколько угодно опыта, тебя спрашивают, и ты все время думаешь, так, ну, наверное, от тебя ждут какой-то конкретный ответ, да, но это не так, то есть нет одного ответа правильного, ну, там, может он быть, да, какой-то, но это не означает, что вы не можете эту ситуацию обыграть по-другому, например, да, или часто там этого ответа просто, ну, реально не одно решение этой задачи, или это просто на логику или на рассуждение, это моделирование ситуации, и вы можете порассуждать. Про сети, да, сетевые протоколы спрашивают, базы данных, SQL, ну, про SQL там особо далеко не заходят, просто там знаешь, знаю, там, ну, там, запрос можешь какой-нибудь писать, ну, давай напиши, все, больше ничего не нужно. Ну, там, до джойнов могут дойти, но скорее тоже по градации, по градированию, чтобы понять, насколько вы прокачаны, но чаще всего далеко это не зайдет. Вообще нигде часто не заходит дальше того, что вот вас спросили, можете применять, могу, как это, как, например, там, первый какой-то шаг сделать, вы говорите, ну, вот это, там, нажать эту кнопку, посмотреть здесь, там, Postman, что сделать, ну, вот тут такой запрос, там, здесь вот коллекции, все, они как бы понимают, что ты в теме, больше им от тебя ничего не надо, особенно вот на, ну, на таком уровне пока, да, на начинающем, если там они выше смотрят, они могут что-то еще глубже спросить, но чаще всего все, что про инструменты, это же все про инструменты, ну, там, на деле уже по ходу дела разберемся, да, то есть при этом все, у всех компаний разные процессы, все по-разному все используют, и вам всегда придется прийти и заново там все осваивать и переучиваться, поэтому там никто не хочет, чтобы вы сказали, ну, только если они адекватные, да, чтобы вы сказали конкретно, как это применяется у них в компании, потому что чаще всего там у каждой компании по-своему. Вы можете только порассуждать. Про системы, да, там, про бэктрекинговые, про тест-менеджмент системы тоже нужно ориентироваться. Git, SVN тоже нужно понимать, там, как работает GitHub. Желательно его иметь, да, GitHub, чтобы там у вас было что-то было, чтобы могли показать. Про автоматизацию, ну, могут спросить про автоматизацию что-нибудь, могут не спросить, но вы скажите, то есть, ну, что-то нужно знать, да, примерно, могут спросить, а когда она нужна, а зачем вообще, а что вот вам, как вы считаете, что в первую очередь автоматизировать, а какие могут быть сложности, это тоже такой задел на будущее, но чаще всего они хотят понимать примерно, если они, ну, в эту сторону смотрят или у них есть такие уже, может быть, какие-то практики, и автоматизация внедрена, они хотят понимать, что вы потенциально сможете с этим справиться, да, и вы ориентируетесь и знаете, в эту сторону тоже поглядываете, даже если сейчас еще не автоматизируете. Соответственно, в непрерывной интеграции, по крайней мере, да, CI, CD, понимать, что это такое, то есть, там, ну, самый прям такой красный флаг, когда тебе говорят, там, CI, CD знаешь, да, ну, что-то слышал там и все, да, ну, прочитайте, просто узнайте, что это такое, больше от вас никто ничего не спросит, вас никто никогда на собеседовании не попросит, ну, по крайней мере, там, на уровне медла, как-то показать на практике или настроить эту интеграцию, да, то есть вам, ну, вас могут спросить, зачем там, какие инструменты, там, что-нибудь, ну, Jenkins, да,
могут какой-то практически применимый вопрос задать, но чаще всего хотя бы вот здесь, хотя бы теорию нужно знать, хотя бы просто, что это. Дальше, ну, про софт-скиллы, понятно, мы это уже обсудили, то есть нужно знать роли и обязанности проекта, кто на какой позиции, за что отвечает, какое взаимодействие между участниками команды, кто ставит задачи, как на эти задачи вы реагируете, то есть как вы получали задачи, как вы с ними работали, вот, ну, про ваш опыт конкретно, это нужно понимать. Самостоятельная работа, да, то есть если вам дают задачу, как вы с ней работали или как будете работать, могут смоделировать ситуацию или там, ну, то есть сказать, например, вот вы остались там один на один, не знаю, с проектом в последний день, сегодня релиз, никого нет, у вас там критическая ошибка, что будете делать, да, вы должны на эту тему порассуждать, вы должны понимать для этого, чтобы ответить на вопрос, должны понимать иерархию, да, кто у вас там непосредственно руководитель, а если он не отвечает, что вы будете делать, а какие вообще у вас полномочия, то есть вы эти вопросы можете задавать точно так же работодателю, то есть общаться, а я, например, на какой позиции, да, то есть это тоже не имеет конкретного ответа, это нужно из контекста исходить, это понятно. Обмен обратной связью, да, то есть нужно понимать, что все хотят, чтобы вы росли, чтобы все действовали эффективно, и в команде для этого нужно постоянно обмениваться обратной связью, нужно уметь давать обратную связь, принимать обратную связь, и вопросы такие, как это лучше делать, в какой форме, тоже могут быть к вам. Это прямо сейчас такая тенденция очень сильно идет, именно по обмену обратной связи. Следующее. Про проекты хотелось немножко поговорить, про различия в проектах. То есть, ну, понятно, есть. Напишите, кстати, вот где вы хотели бы работать. Есть у вас предпочтение веб-тестирование, десктоп, мобильное или еще какое-нибудь там, может, хотите тестировать, не знаю, там, Теслы или там космолеты. Вот есть какое-то предпочтение? Ну, очевидно, что сейчас там мобилки бумируют, веба пока больше, десктоп как бы уже там меньше его. Что нужно знать? Что если есть мобилки, значит есть и веб, да, соответственно, там это прикольно и то, если есть возможность поработать с мобилками, то это круто, потому что у вас такой будет обширный опыт, и это круто, если такая вакансия, вы такую работу получили. Но что я хотел обратить внимание, это на вакансии и компании, проекты, которые занимаются разработкой программного обеспечения для устройств каких-то, да, то есть это могут быть какой-то интернет вещей, какие-нибудь видеокамеры, эквайринги, кассы, там, платежные терминалы, все что угодно, ну, все вообще, где есть ПО, да, там, холодильник с ПО есть, ну, давайте там прям сильно бытовые вещи не будем рассматривать, но и не будем говорить сейчас про какие-нибудь там, про роботов, криптовалюту, искусственный интеллект, да, там, то есть это все понятно. Но вот что интересно в этой позиции, да, когда мы говорим про устройство СПО, туда не так много людей хотят вообще идти работать. И это вот просто для вашего понимания, что такие вакансии, их тоже можно рассматривать. То есть иногда, ну, ты не знаешь, пока туда не придешь, ты не знаешь, насколько там, какая доля там у них интеграции, насколько там у них много веба и еще чего-то, и может быть там неинтересно. Но, тем не менее, в такие компании, например, новичку в разы меньше, в разы проще устроиться, там меньше конкуренции, потому что, ну, с опытом туда уже ребята особо не хотят, только если они не специалисты конкретно, не эксперты по чему-либо, да, из этого. Вот, поэтому там бывает текучка, бывает нет, ну, по-разному, то есть, ну, прекрасная компания бывает, где можно опыт просто чудесный получить в таких там финтех, например, да, прикладные. Вот я сам работал, например, с эквайрингами, там ПО для платежных терминалов, супер вообще. Вот. И в такие компании, например, это первая моя работа была, в такие компании можно устроиться, и требования для вас там будут как раз больше на такую логику, да, то есть там меньше нужно прям знаний клиент-сервера или там еще чего-то, там автоматизации, просто вот логика нужна и желание работать с физическими устройствами тоже. Вот. Вообще еще, кстати, забыл сказать про компании, которые, где еще круто
получать опыт и в который можно устроиться. Я не рекомендую, даже не забыл, да, я просто не очень люблю, чтобы туда люди сначала шли, потому что, ну, компании — это агрегаторы, да, которые вот такие тендеры выиграют, получается, получают заказы, например, какой-нибудь там компания выиграла у какого-нибудь банка на 10 тысяч сотрудников, и вот они вас нанимают и вас туда продают в этот проект. Здесь важно понимать, что они под этого заказчика будут вас натаскивать специально. То есть у вас, вам нужно будет в этой компании пройти какое-то небольшое собеседование, тоже там более-менее на адекватность. Дальше в неделю-две они будут конкретно по вопросу и все применимо задавать вам, и вы будете изучать конкретно под заказчика, под этого. И резюме они, да, уже вам под него подкрутят. И вот там пойдете, вам просто нужно будет там кивать головой, что знаю, знаю, умею, умею, работал, работал, и все. И вот вы уже на работе. Это не прикольно, потому что, да, в плане такой неуязвимости, да, когда, то есть, вас туда, можно сказать, за ручку отвели. Хотя тоже, почему нет? Вот, и там тоже можно опытом получить, на разных проектах поработать. И это прекрасно. Просто помните, что такая возможность есть, и туда можно, туда вы всегда успеете пойти. Сначала вот я рекомендую именно в компании больше практиковаться, прохождение собеседования. Вот вы реально приходите в компанию и туда пытаетесь устроиться. Такие компании прекрасно, то есть они там и обучение у них есть, и есть у них там большое количество заказчиков. То есть вот туда, там большая конкуренция, опять же, среди джунов, да, а вот для людей, которые как специалисты себя позиционируют, вообще, ну, то есть после того, как вы пройдете вот этот, закалитесь, пройдете через путь специалиста, туда вам попасть будет, ну, вообще без проблем. Дальше. Про моделирование ситуации мы поговорили. Про инструменты. Вот еще хорошая штука. Давайте я вам прошу задачку немножко, разомнем мозг, поговорим про практическое применение. Вот моделирование ситуации, например, там про любят браузер спрашивать что-нибудь, про кросс-браузерное тестирование, про какие-нибудь ошибки там, коды ответов могут спросить, про локализацию ошибок. Вот предположим, давайте пример приведем. Вы заходите на сайт. Вам говорят, да, вот вы заходите на сайт, сайт любой, вам не нужно там авторизоваться, ничего, он доступен для всех. Вы зашли на сайт, все отображается, все работает, но не отображается одна картинка. Вот она должна там отображаться, но не отображается почему-то. Ваши действия. Вот что вы будете делать? Это конкретный пример, который могут задать на собеседовании. Что будете делать? Вот не отображается картинка на сайте. Ответьте, пожалуйста. Там, получается, будет два, ну, такие, два главных этапа. Первый — это вот важно понять ваше действие, которое вы совершаете, когда видите такую проблему. И следующее, дальше, скорее всего, вам накинут там еще каких-то условий, больше конкретики, в которых вы уже там должны будете ответить максимально точно. Рефреш, хорошо, да, рефреш сделайте, ну окей. Кэш там скинете, да, 12, так, код страницы. Ага. Ну да, то есть, хорошо, вы обновили страницу, картинка также не появилась. Зашли в другом браузере, тоже не появилась. Скинули кэш, там все почистили, не появилось. Что тогда делаете? Перезагрузили страницу. Угу. Ну да, но самое главное, я вижу здесь вот там пара ответов было про DevTools. Самое главное, конечно, ваш инструмент — это DevTools. Нельзя пока бежать багрепорт заводить, да, или там еще что там, багрепорт рано пока. Вы можете посмотреть на другом окружении, но проще и быстрее сразу же открывать DevTools, да, и посмотреть, какая ошибка там. И, например, дальше вам могу сказать, окей, там вы открыли, хорошо, 403 ошибка. Да, код ответа 403.
И могу сказать, окей, можете гуглить, например, да, ну, хорошо, если вы знаете, что это за ошибка, если не знаете, то, соответственно, можете загуглить и, соответственно, сказать, что такое, почему не работает, почему картинка не отображается. Вот, это как пример. Ну, то есть можете сейчас сами посмотреть, применимо к 403, да, то есть что вот, если 403 картинка, сервер шлет 403 ошибку, картинка не отображается, что это значит. Это, например. Дальше. Какие задачи еще могут быть на собеседовании? Ну, про бытовые предметы могут, да, что-нибудь там, калькуляторы. Сейчас реже такое бывает, но дают, например, банкомат или вендинговый автомат. Определенные требования накидывают, может, картинку какую-то прикладывают, говорят, пожалуйста, протестируйте, там, ну, ограничивают. Такие-то у нас сроки, нужно накидать чек-лист или тест-кейсы, составить функциональное тестирование. Вот, это обычная история. Вы можете задавать свои вопросы, вы можете там общаться, уточнять требования. Помните, да, что самое важное сначала с требованиями всегда, то есть вы всегда уточняете требования, дальше вам там как-то отвечают на это, а потом вы приступаете к позитивному тестированию и дальше уже только к негативному. Потом могут быть какие-то еще логические задачки, может, головоломки. Такое тоже реже бывает уже, но тем не менее, такое тоже можно встретить. Так, пойдем дальше, нужно немножко ускориться. Как дать лучший ответ? Да? Вот мы уже говорили, что лучший ответ – это с примерами, когда вы можете ориентироваться, у вас есть насмотренность, у вас есть кругозор, любопытство, вы можете сказать, что ну, вообще это так, но в компаниях, например, применяется вот таким образом. Или там, ну, не знаю, скрам. Ну, скрам вообще это вот… отличается от канбана по таким-то критериям, но, например, там в компаниях часто бывает, что это либо там экспериментируют, чередуют, а бывает вообще скрамбан, да, где там и канбан, и скрам используют, ну там что только не бывает. Ну, в общем, здесь насколько у вас уже эрудиции хватит. Очень важно продемонстрировать свою способность быстро находить информацию. То есть, если вы что-то не знаете, это прекрасно, да, никто ничего не знает, но вы можете сказать, что и показать, что вы можете эту информацию быстро найти. Если вам предоставят такую возможность, загуглите, супер. Если нет, то говорите, не знаю, ну завтра буду, вот сегодня буду знать. Вот когда надо, тогда я, ну, никаких проблем вообще с этим нет. Решу задачу. Если вы в себе уверены, если вы можете так сказать. То есть показывайте эту свою способность быстро решать задачи. Проблемы компании, да, выявляете компании, то есть когда вы выявляете проблемы компании и боли, когда вы даете самый лучший ответ, будет применим к решению именно боли какой-то и проблемы компании. Предлагайте решение, подумайте, как это. Они сами не знают, если бы они знали, они бы тогда вас, скорее всего, не нанимали или, по крайней мере, ну, может быть, сами бы сделали еще, да, то есть как-то они, если какой-то есть кейс, который они не могут решить, они сами готовы с вами на эту тему порассуждать. Предлагайте свои решения. Если не знаете ответа, покажите, что можете просто справиться, ну, со всем чем угодно. И, ну, скажите, что не знаете. Или бы там не знаете, но после этого говорите про то, что знаете. То есть всегда подкрепляйте каким-то своим достижением или сильной стороной. То есть нельзя просто сказать, ну, я не знаю. Да? То есть лучше, чем сказать неправильно, сказать, что я реально не знаю. Но когда вы говорите, что не знаю, следующий этап, чтобы ответить лучше всех остальных, это показать сильные стороны. Вы не знаете этого, ну, например, я знаю это что-то смежное, например, инструмент или технологию, либо что-то другое, увести в эту сторону, и это вы попадаете два раза в точку. Во-первых, вы показываете, что вы, ну, не боитесь, не знаете, значит, узнаете, и второе, у вас есть что-то еще, за что вы, чем вы гордитесь, например, да. Следующее, что спросить у работодателя? Спросите о компании, да, о бизнесе, о конкурентах. Вы уже знаете много всего, вы уже прочитали про компанию, вы уже много всего там, у вас появились новые вопросы. Ну, уточняете, вы говорите с ним. То есть даже если вы все уже узнали, или вам так кажется, вам важно именно об этом поговорить. Про проект, про продукт, про этапы, какие сейчас, какая версия, документация. Что их отличает от конкурентов, какая киллер-фича, да, почему они такие крутые, что они такого делают. Они обязательно вам расскажут, какие они классные и почему их продукт самый лучший, и на кого они хотят быть похожими. И вот это все нужно спрашивать у них. Про команду спросите.
Да, то есть вы дальше идете вот так вот по градации, дальше идете про команду, потом про должность, про свою пропозицию, на которой вы идете, почему эта позиция появилась, что на ней нужно будет делать, про описание кандидата поговорите, да, идеального кандидата, кого они хотят перед собой видеть, как вы на этой позиции должны проявляться, по каким критериям вас будут оценивать вашу успешность. Как будет проходить дальше, да, вы переходите уже к онбордингу, как вы будете учиться, кто вас будет погружать в работу, какие кураторы, менторы, вот. Именно в таком порядке вы спрашиваете. Сначала начинаете от общих вопросов компании, доходите до позиции, до вашего погружения в проект. На протяжении всех этих вопросов вычленяете боли компании, отвечаете, предлагаете решения. Дальше уже следующий этап – это там трудоустройство, ЗП, бонусы и так далее. То есть про деньги, да, вот многие не знают, когда говорить про деньги. Да, есть у вас такая проблема, что вот, когда спросить про зарплату или еще что-то. Но обычно такой проблемы не встает, вас всегда спросят про зарплату и начнут с вами разговор. То есть интервьюер сам этот вопрос поднимает. И вы об этом можете поговорить уже, когда он об этом заговорил, вы можете что угодно вообще на эту тему теперь спрашивать, когда там зарплата выплата, когда какие повышения, когда ассисменты, есть ли премии, там, все что угодно. То есть чары здесь в данном случае могут, ну, то есть они играют на стороне компании, и они могут там вас что-нибудь спрашивать, вот почему такая именно сумма, да, почему вы хотите вот именно столько, и вы не должны теряться, да, мы об этом мы уже с вами тоже поговорили, что вы должны срастись с этой суммой, на которую вы идете, и конкретно точно знать, чего вы хотите, по каким критериям. Потому что вы знаете рынок, потому что вы знаете себя, соответствуете этой зарплате, потому что оно вам просто тупо столько нужно. Да? Вот, все, вот вы прям так можете говорить, это все вопросы по всем фронтам вы отметаете и отвечаете таким образом лучше, чем другие кандидаты. Ну, плюс вы можете тоже понимать в рамках вилки, да, тоже очень сильная позиция, когда вы, например, готовы идти на меньшую зарплату, да, когда вам говорят, ну, там, мы не можем рассмотреть на эту зарплату, но можем меньше вам предложить. Окей, вы не против этого, но вы обязательно подкрепляете это тем, что после испытательного срока вы еще вернетесь к этому вопросу и все-таки вы, ну, вы посмотрите, потому что я знаю точно, что я именно на эту зарплату и больше соответствую, поэтому мы вернемся к этому вопросу, давайте договоримся уже на этом этапе оффера, да, и договоримся, что мы проведем ассисмент, и вы тогда дадите мне столько денег, сколько, ну, реально я стою. Вот это важно тоже. Дальше. Что делать после собеседования? Все вопросы, которые вам задавали, если вы их записывали или вы их запоминали, нужно их проанализировать, что вам задавали, какие-то недостающие знания поднабрать. Если это сложно, если это долго, значит, нужно в план внести это и потом сделать. Если это быстро, ну, сделайте это прямо сейчас, к следующему собеседованию уже подготовьтесь. Часто бывает такая история, что вот человек ходит по собеседованию, у него вот здесь отказ, тут отказ, здесь уже там 5, 6, 10, и он набрал, у него уже такая вот там тетрадка, два листа того, чего ему нужно выучить, и казалось бы, в этот момент нужно отчаяться и сказать, я вообще ничего не знаю, прекращу-ка я поиски и пойду это все учить. Но это неправильно, скорее всего, после этого как раз часто бывает, что человек находит работу, и даже не одну, там, несколько офферов ему приходит, но у него вот такая, уже такой план состоит из того, куда ему расти. То есть это очень крутое, почему я очень рекомендую ходить очень много на собеседование, получать отказы, потому что вы себе таким образом план развития на там, годы вперед составляете, потому что вам еще нужно в рынке знать, потому что вы в разных компаниях, у всех все по-разному, и вы собираете вот это все, аккумулируете в один комок, и потом, если вы это реально будете потом осваивать, в дальнейшем вы станете просто, ну, незаменимым специалистом. Дальше. Не забывайте, что ну, вы продолжаете всегда отправлять резюме, никогда не останавливайтесь. Дальше вы можете получить обратную связь от работодателя всегда, да, то есть если это в рамках какого-то запланированного времени, когда вы еще ждете ответ, вы можете написать благодарственное письмо, и сказать, что вам понравилась там компания, проект, собеседование, спасибо, там, может, очень обратную связь, тем самым вы можете напомнить о себе.
А если сроки уже вышли оговоренного фидбэка, то вы можете точно так же написать благодарственное письмо и уточнить там, что по фидбэку, да, если он отрицательный, то узнать почему, да, и тоже выводы сделать. Очень часто очень идут навстречу и даже развернутый фидбэк какой-то дают. Все, друзья, следующий у нас этап – это «Получи свою работу», так я назвал следующую нашу часть. Это будет следующий понедельник, мы об этом поговорим более конкретно. И сейчас у нас осталось немного времени на ваши вопросы. Я постараюсь почитать в чате, что вы там писали. И можете, в принципе, сейчас уже накидывать тоже, если какие-то вопросы есть. Про возраст спрашивают. Ну, возраст, что возраст в резюме указывать не надо, да, его могут посмотреть у вас все равно в любом случае там по этим, по датам образования и сложить 2 плюс 2, поэтому кому надо, он это поймет, но это не должно вас никак останавливать, то есть, ну, это понятно, что может, если, например, там, человек после 40 лет, например, да, идет и сомневается, а возьмут ли его, ну, возьмут, да, люди в 50 лет меняют, вот у нас там девушка, женщина 50 лет, она 3 работы поменяла уже в QA, она поменяла профессию 49, 50 лет она 3 работы поменяла за год, вот, везде брали, никто ее не спрашивал, ну, как бы, в резюме не нужно указывать, да, этим и кричать, что у меня там такой возраст молодой, да, или взрослый, любой какой-то. Но и смущать это вас никак не должно абсолютно. Так, на каких сайтах лучше искать работу? Про это мы поговорим на следующем уроке конкретно. На каждой местности разное. Ну, обязательно помните про LinkedIn, это универсальное средство. А уже локальные джоб-сайты, они везде на местности свои. Компьютер, да, Mac. Какую начальную ZP джуна можно просить? Ребят, ну здесь нужно смотреть от локации, да, то есть конкретно где вы находитесь. Например, если в России, там сейчас эта зарплата, ну, там в рублях сколько-нибудь, там 1080 для джуна, ну, как джуна, для того, на которого мы, да, о котором мы говорим, 1080 нормально, 70, 80, там, ну, 60 минимум. Все, что ниже, это уже там, ну, 50 еще может быть, но как бы это уже там среда конкуренции такой большой. С чем связана такая частая смена работы 3 раза в год? Ну, потому что, когда ты приходишь на новый проект, тебе нужно быстро расти. Чем больше проектов ты меняешь, ну, 3 раза в год, согласен, это на самом деле может быть не так уж и круто выглядит, да, потому что в резюме тоже, ну, в принципе, это хорошо должно выглядеть. Но 2 раза в год, например, 6 месяцев ты поработал, пошел на другой проект, в начале это нормальная практика абсолютно, потому что ты на вторую работу ты можешь выйти, ты в 2 раза больше зарплату получаешь часто. Вот. Плюс ты на разных, на 3 проектах посмотрел, и у тебя уже там в следующую работу тебя с руками и ногами оторвут. Запись урока будет, да. Инвалид первой группы. Ну, работа удаленная, я знаю, кейсы вполне работают успешно, все, все в этом плане, как бы, ну, не должно быть проблемы тоже. Дистанционная работа, работаешь из дома, поэтому главное, чтобы было комфортно. Так, что еще? Как сильно влияет возраст? Ну, забудьте про это. То есть возраст это не, ну, абсолютно вообще не важно. Важно именно ваш опыт, история. Не стоит, поймите одну вещь. Нет, не стоит очередей из специалистов в компании. Да, вот нет такого. Вот я работодатель, вот я перед вами сижу, я скажу, у меня там 10 человек подтвердят моих коллег, тоже нанимающих менеджеров, работодателей, собственников бизнеса. Ну, нет людей вообще, да, и нет очередей. Вы скажете, ну да, но это специалистов. Так вот, ну и будьте специалистами, это не какая-то там идея, это реально рабочая история, потому что вы себя позиционируете как специалисты, вы, соответственно, и попадаете туда. То есть, кто откликнулся, кто себе позволил так мыслить, да, он приходит и вот конкурирует там с одним или двумя людьми. Кто говорит, там, я не специалист, я пока мало чего знаю, он, соответственно, попадает в большую среду конкуренции. Что, естественно, плохо.
Так, как сказать, что работал в Agile, сказал для нашей группы, что не работало в IT? Вам нужна насмотренность. То есть, ну, например, у себя на курсе мы работаем, да, то есть у нас есть свой стартап, у нас есть внешние заказчики, мы работаем по спринтам, то есть мы создаем на курсе уже всю эту историю, то есть у нас ребята выходят прям подготовленными, они как, ну, с реальным опытом, мы там 2 с лишним месяца этим занимаемся, и они выходят прям, ну, у них это все есть. Вот. Тем не менее, это не так сложно, то есть вы можете попросить кого-нибудь, своих друзей, знакомых, видеозаписи вам скинуть, какие-нибудь там дейликов, дейли-митингов, ретроспективы, где поучаствовать, может быть, где-то вам в тренировочных каких-то спринтах, да, то есть в рамках вот объединитесь с ребятами, кто с курса, и сделайте там, кто больше знает, кто уже в этой истории. Найдите опытных ребят, сделайте эти ритуалы, проведите ретроспективы. Вот, соответственно, это все можно сделать тоже и применять на практике, даже на учебной. Молодой возраст не будет отталкивающим. Молодой возраст, наоборот, очень хорошо, то есть там, особенно если после университета, любят забирать на перспективу вполне. Вообще возраст не влияет чаще всего. Ну, понятно, что хотят там примерно такой средний, да, но это как бы нет очередей. Про компьютеры, ну, сильно не заморачивайтесь вам, если компьютер для работы, часто компьютер предоставляют. Если не предоставляют, то либо компенсируют его как-то. То есть я бы не заморачивался по поводу, там, какой сейчас компьютер нужен для работы. Вот дойдете до работы, там разберетесь. Курс. Ребят, про курсы, про вопросы. У меня будет семинар там. Кстати, семинар очень крутой. Надеюсь, все записались. 1 числа у нас в 18:00 будет семинар. Там мы не успеваем про резюме с вами поговорить. Там я буду про резюме говорить очень много. Как резюме составить. Мы на практике составим резюме. Тоже очень интересно. Там, кстати, я про курс тоже расскажу. Про свой. У нас новый поток набирается. Вот, приходите просто. Он бесплатный, семинар. Поэтому приходите послушать. Так. Что еще? Очертить саму систему начала для изучения тестирования. Английский, само собой, знание каких-то языков тестирования лучше для начала. Не понял вопроса. Английский, ну, для России, например, английский для старта чаще всего не нужен, потому что очень много внутренних заказчиков. Но вообще без английского расти куда-то, да, и там предполагать, что будет все круто, войти наивно, потому что английский, конечно, нужен. Тем не менее, в России, например, пожалуйста, сколько угодно растут по карьерной лестнице. Окей. Да, ребят, контакты, всю ссылку я все скину обязательно. Там, кстати, еще много актуального будет, интересного, про тренды сейчас как раз поговорим, какие есть, про вакансии рассмотрим, какие вообще сейчас есть направления, спикеры другие придут, тоже обсудить положение на рынке. Ну, в общем, будет весело. Так, что еще? Ребят, 5 минут еще и заканчиваем. То есть, смотрите, в следующий понедельник уже обсуждаем конкретно по вакансиям, куда откликаться, как откликаться, да, в каких локациях, как лучше, как искать. Поговорим. В 1 числа, в эту среду, получается, в 18:00, я скину ссылку, запишитесь на мой вебинар, обязательно поговорим тоже про много разных интересных вещей, про резюме поговорим и про нашу программу тоже, как у нас ребята работают на нашем проекте в стартапе, как получают сейчас опыт. Вот, поэтому запишите себе прямо в план, все эти вещи не забывайте. Вообще, самое главное, наверное, самый большой совет, вот кто сейчас уже идет откликаться и кто сейчас начинает поиск работы, не бойтесь отказов. Это, ну, понятно, там проще сказать, чем сделать, но от каждый отказ, я просто рекомендую каждый отказ праздновать. Ну, вот прям, не знаю, празднуйте. Я рекомендую события из этого делать. Это же, представляете, вас еще одна компания рассмотрела как потенциального кандидата. Ваш опыт был интересен, вас каждый отказ приближает к офферу,
вы с новыми людьми познакомились, с новой культурой команды, компании, новый инструмент узнали, который вам нужно доучить. Вы каждый раз от оффера к офферу, от отказа к отказу становитесь лучше и лучше и приближаетесь к офферу. Поэтому, ну, блин, надо бутылочку шампанского открывать на каждый отказ, не расстраиваться. Поэтому я всегда советую как можно больше отказов насобирать себе. Но ребята что-то не следуют моему совету и сразу офферы получают. Поэтому, но тем не менее, это очень полезно. Да, каждый отказ это опыт, это правда. Так, про U-тесты. Что про U-тест? U-тест, значит, если вы, например, в России, там сейчас посложнее будет, там нужен VPN, нужно куда деньги выводить, нужно карту иностранную, нужно там телефон зарегистрировать. Ну, то есть там скорее вам нужна просто, если с этим сложности, вам нужны какие-то аналоги, их можно загуглить сколько угодно, там ТСТО, например, можете работать. Вот. Поэтому, ну, вам надо по-любому получать опыт на фрилансе и на краудфандинговых платформах в том числе. Да, вебинар какой наш 1 числа, пока не знаю. Но вообще не планировали записывать, посмотрим. Так, для автоматизации, ну, тоже такой вопрос. То есть автоматизация, нужно изучать тот язык, который у вас на проекте. Вот вы приходите, там уже какая-то есть база, и на нем начинаете учить. То есть это то же самое, как спросить, какой язык нужно учить, если я там еду в Испанию, например. Ну, испанский, да, потому что ты в Испании, или я живу в Испании. Поэтому вот где ты находишься, там и, соответственно, тот язык и учишь в той инфраструктуре, в том контексте и развиваешься. Да, ребят. Ну, наверное, все тогда. Давайте заканчивать. Спасибо большое, что пришли. Мне было очень приятно с вами поболтать. У нас еще с вами много впереди. Вот. Вопросы, если которые здесь, может быть, вы задавали раньше, я не успел, не увидел и не ответил. Можете задать их мне, их вот как раз в среду прийти. Я там. Там у нас время будет менее ограничено, там прям любые вопросы вообще сможем разобрать. Я там постараюсь как можно больше вообще раскрыть всего, что вам интересно. Вот. А в понедельник мы с вами уже увидимся такой последний раз. Ну, как последний, уже выпущу вас на просторы. Вот. Хотя я очень рекомендую прямо сейчас идти и откликаться. Как можно быстрее. Да, спасибо, ребят, спасибо большое. У меня уже 3 часа ночи. Пойду, наверное, отдыхать. Было очень круто с вами пообщаться. Каждый отказ – это не то, что опыт. Каждый отказ – это праздник. Спасибо.